Все в кино. В Ангарске проходят показы фильмов в рамках фестиваля «В кругу семьи». Посмотреть картины и мультики можно бесплатно в кинотеатре торгового комплекса «Центр». У нас идет казахстанский мультик про богатырей, про новосточный мотив, что семью надо ценить, что дети – это самое дорогое, что у нас есть, что они могут спасти вам жизнь, как минимум. Сеансы проходят по будням с 12 часов, а в выходные дни – с 11 утра.